Скандально известная расчленительница, которая почти неделю держала засоленные куски тела мужа в квартире, захотела, чтобы ее участь решали присяжные, которых она собирается убеждать в своей невиновности. Процесс по делу вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохол пройдет в Смольнинском районном суде. Следствие настаивает, музыкант Александр Юшко, его сценическое имя Энди Картрайт, был убит. Убит коварным способом. В июле 2020 года в квартире на Невском проспекте его жена Марина Кохол отравила Картрайта инсулиносодержащим препаратом. Дождавшись, когда у мужа, который не был болен диабетом, остановится дыхание, Кохол распилила тело. Внутренние органы, где могли остаться следы препарата, выбросила. Другие останки несколько дней держала в соли и стирала в стиральной машине. Затем она позвонила знакомым адвокатам и только после консультации с ними обратилась в полицию. Больше года черная вдова провела в СИЗО. Потом суд отпустил ее под домашний арест.